Сейчас покрашу здесь и это. Потом прибьем плинтуса, чтобы все равно посвежее было. Нет, ну это понятно. Не, ну я тебе и вообще говорю. Крась там, да трубу, если заденешь, ничего страшного. Да труба-то что мне? Трубу я потом еще могу делать красить. Да это. Краски хватает. Да краски-то хватает. Да не надо поднимать ее, положь-то я сама потом разберусь. А, ну смотри. Мне очень оттираться будет. Растворитель есть же, ничего страшного. Отмываться. Там сколько растворителей? Растворитель? Угу. Ну, хватит тебе отмыться. Тихо. Что осталось от предыдущих соседей? Ой, жрецов, вернее, соседей. Теперь вот работа еще не початый край. Все, отмывай. Моешь, моешь. Ну, зато отмоем, теперь чисто будет, все идеально. Линолеум постеленный, что ты, сейчас генеральную сделаем, вообще красота будет. Генеральную, еще коридор надо сейчас закончить. Да сделаем, это дело времени. Ну вот видишь, какая плиточка стала идеальная. Ну вот, дорогие товарищи, начинаем постилку линолеума в кухне. Так что наблюдайте, дальше будет только интересней. Ну вот, братва, линолеум стелит, настелим. Заново сниму. Ну вот, братва, линолеум лежит, настелим. Осталось только пробить. И всего лишь целиком кухня выстелена. Остался только коридор, да и всего лишь. Но это дело времени. Так что, если что, обращайтесь, кому постелить линолеум надо. Звоните, пишите. За ваши деньги любой каприз. Безумный Паша с вами. Надо маленько стеночку подзамазать, чтобы было ровно. Это тут что-то прямо совсем уж разбито все. Сейчас подровняем.
Да завтра высохнет. Все, и завтра уже можно плинтус будет. Линолеум накинем. Нам уже плинтус не стелим. Да хули, как они их вообще замазывали, эти стены? Да их замазывали по маякам. Выставляли маяки, и чтобы более-менее ровно, только я не знаю почему, ну, навряд ли по маякам, они, видать, просто малкой прошлись, потому что стена вот. Ну вот и в коридоре уже одно линолеум лежит, считайте. Потом еще реечки постелим, аккуратненько провода все уберем, и красота. Ходила я всегда без талончика. Знаешь почему? Знаешь почему? Если не договоришься с врачом, что у тебя экстренное, что ты не можешь терпеть боль... Нихуя я не договаривалась! Тебе удалят. У них, видишь, сейчас с этим ебаным коронавирусом к ним хуй попадешь. Мы же в прошлый раз, когда заходили, она сказала, говорит, утром выдаются талончики, говорит, 5 штук всего. Приходите, говорит, раньше очередь занимайте. Она говорит, если у вас, говорит, экстренно, типа, что боль терпеть не можете, с врачом, говорит, можно поговорить и удалить вам. Понимаю, в любой кладке оно допустимо. На 80 метров. Ну не 8, в кирпич. Представь, стена в кирпич идет. Представляю. Это же тупость, это дико вообще. Да ужас. Я полдня сам ходил, матерился, когда замерил. Да все, заткнись.